Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Angry Birds Трансформеры. Так, что у нас тут? Это кто такой? И что? Кликни. Ага, понял. То есть нам просто нужно кликать, а ты будешь сам стрелять? А, сюда? Хе-хе-хе. Понял. Так. Сюда. То есть мы ломаем все эти постройки. Аж слушай, прикольно. Давай сюда вот. Стоп. Куда? Вот тут, вот, наверное, да? И вот здесь. Бочка. Со взрывчаткой, естественно. Давай сюда. В мясо этих свиней. Они это заслужили. Такой довольный Angry Birds Transformer. И полетели. Ну что, как ты видишь, событие пройденное. Дальше. А мы будем как-то прокачиваться или еще что-нибудь в этом роде? О, открыли нам континент. Спаси трансформеров от злобных яйцеботов. То есть мне нужно сюда идти? Яйцеботы схватили Бамблби. Взорви 60 свиней, чтобы спасти его. Так, Бамблби, да? Значит, мы вот так вот с тобой. Это кто? Это мы так ходим, что ли? Так, кликнуть сюда. То есть высадка делается. Все, я понял. Ну что, погнали тогда. Тьф. Взрывчатка, на. Сейчас они, наверное, стоят, а потом, мне кажется, они будут уже стрелять, друзья мои. Сейчас пока ничего не делают. Ага, а каменные блоки-то фиг ты. А как каменные блоки, ребята, сбивать? Интересно. Каменный блок у меня не получилось сбить. Вот в чем беда-то вся. Что ты стреляешь-то в него? Переклинило тебя, что ли? Вот. Совсем другое дело. Йоу. Бамблби схватили. Так, мы подбили, интересно, 60 свиней или нет? Вроде бы как подбили. А Бамблби это у нас Чак, да? Я так понимаю. 18. Так, а нужно нам 60 свиней подбить. Довольный. А это у нас Чак. Ой, Чак, это Реджи, по-моему, да? Ну да, нужно 60 птенчиков, точнее, свиней подбить. Так, смотри, что у нас тут. Надули шарики и полетели? Ну, я им сейчас полечу. Я им сейчас так полечу здесь. А-на. Все, я понял. Прикол. Что там стоишь, улыбишься мне? Давай сюда. Ни одной свинюхи мы с тобой не оставим. Иди ты. На меня видел пушку на... Так. Так, что тут у нас за матрасики надувные? Куда ты тут прилетела мне, понимаешь ли? Бамблби, блин. Хочу спасти, ребята, Бамблби. Чака нашего. Так, здесь надо было вот так вот просто сделать. И все. Ну, где следующая цель? Прилетел за мной уже транспорт. Нет, не прилетел. Стреляем вон туда. Шикарно. Все. Прибыли. Ну, естественно, по смапкам все как полагается. Так, событие пройдено. Дальше. Должно хватить, по идее, да?
нет. Нет, нет, нет. Что привлекло тебя в Angry Birds? И то, и другое. Все. Так, идем дальше. Давай, вперед. Да подожди, о, молодец, красавчик, подбил, отлично. А вот здесь вот... Ух ты, это что такое? Оу! Погоди, что? А как, друзья мои, здесь надо было... Давай-ка тебе подлатаем. Да, подлатайте меня, пожалуйста, улучшить. Я даже не понял, что здесь надо было сделать. Так, ну что у нас? Улучшить, да? Так, 100 монет. У нас деньги есть. 1163. Так, подлатайте мне, пожалуйста. Так, улучшение завершено. Ну, это хорошо. Воу. Фига ты. Теперь он у меня может трансформироваться в машину. Вот что я тебе скажу. Это наша новая способность, скорее всего, да? Ага, я понял. Так, надо кнопку сюда поставить, ребят. Ну что, давай проверим. Ты понял, как мы можем? Вот это круто. Это действительно крутенько. Так, давай бомбить. Взрывчатка. Я понял, понял, понял. Сейчас будем превращаться в эту, в машину. Зих. Ха. Нормуль. Так, еще. На-ка. Выкуси, как говорится. Так, там уже транспорт приехал. Поехали. Вот и все. Замечательно. Событие пройдено. Значит, деньги здесь все-таки сдаются не зря. И, кстати, мы с тобой сейчас Бамблби освобождать будем. Такой довольный. Как раз 60. Ага. Разблокировать, конечно. Вот он где у нас стоит. Бамблби ждет спасения. Вот он, нифига, как он тут выглядит. Оу. Крутой он, чувачок. А, он же у нас Чак, спец по дереву, вспомнил я, да-да-да-да-да. Он же у нас деревянные эти ломает, точно. Козырно ты их, Бамблби, бомбишь туда сюда. Так, а как ты в машинку? Воу, отлично. Этот такой ждет радостный. Давай, давай, типа. Ко мне сюда, в машину. А, какая машина-то у нас? Типа космический. Самолет. Так, ну что, 21 свинью подбили. Угу. Ну, мы даем отпор, друзья мои. Мы даем отпор, вот тут, видишь, да? Спасли мы с тобой нашего кореша. Тебе удалось спасти. Исследовать. Разблокируй режим Дженга. Особый режим. Разгонись в форме машины и пробей как можно больше блоков. 790 рублей вести код. Дай-ка я улучшу. Ну-ка, можно мне его улучшить? Можно. Одна... Сколько он будет? 1000? Энергетическое яйцо трансформировало не только Чака. Раньше он действовал в одиночку и стремился всеми силами проявить себя. Теперь же он больше старается помогать развиваться своим друзьям.
Естественно, такие изменения в характере смутили остальных автоптиц. Они постоянно ждут, что он в конце концов сорвется и окончательно слетит с катушек. В любой момент, в любую секунду. Как один из самых маленьких автоптиц, разведчик Бамблби постоянно попадает в передряги. Он очень старается, но, по-моему, почему-то его привычка лезть на пролом постоянно втягивает его в сложные ситуации. Но не волнуйтесь, его смелость, смекалка и скорость еще никогда его не подводили. И вообще, в жизни должна быть место приключениям, верно? Поехали! Оружие Бамблби быстро стреляет, но слабо бьет. Оно отлично подходит для сноса деревянных блоков, но не очень эффективно против каменных блоков и сильных противников. Иногда лучше трансформироваться и убежать от серьезных угроз в жих. А еще он отлично сбивает летящих и падающих свиней и ракеты. Вот так вот. Такая мини-история, да? Как бы, мини-поисование. Ну что, давай, наверное, прокачаем. Так, улучшение второго уровня. Давай-ка улучшим. Минута, да, будет? Денег больше у нас все равно нету. Так, что мы здесь можем сделать? О, смотри-ка, там следующий у нас. Саундвейд ждет спасения. Это вот он ждет спасения? Чтобы его спасти, нам нужно подбить 70 свиней. Так, это у нас на откатах все. А сюда я могу пойти? Ну-ка. Проверим. Такой каратист. Да нет, не надо. Так, трансформируемся. Фух. Все равно задел, да? По-моему, я зря взял такой сложный уровень. Отлично. Так, тут проезжаем. А это еще кто такие? Они в шлемах. Ух. Я видел, да, ребят, тут торпедами бомбят. Слушай, я, наверное, зря сюда пришел. Этот уровень очень для меня крепок. А что же мне тогда делать? Где я могу, извини, бороться, драться? Вот здесь, да? Так, готово. Что готово? А, улучшение. Так, новый уровень. 4000 нужно. Нет у меня таких денег. Ну чё, поехали, уровень третий. Так. Ну давай, родной. Огневая мощь увеличена. Слушай, а что они такие? Да что ты? Он даже не стреляет, прикинь? Вот это я обрадовался, вот это я повеселился, блин. Думал, сейчас будем с тобой всех бомбить. А ты видишь, что по итогу получается? Меня просто уничтожает, как сосунка. Это как так? Я не могу врубиться. Где я должен тогда это все проходить? Так, могущественный Мегатрон приказывает тебе оценить игру. Мегатрон, я подвел тебе. А вот это что такое? А, просто монетки мы с тобой нашли. Как же быть? Нужна перезарядка, нужна перезарядка. Что за перезарядка? Вот это что такое у нас тут? Ага, это тут достижение и все там подобное. Саундвейд. 70, блин, свиней нужно подбить. 600 заплати. Ну ладно, заплачу.
Блин, так они сейчас меня тут... Они меня сейчас тут ушатают. Ускоритель пульса готов. Какой ускоритель пульса? Да ты будешь бомбить-то тут... Да ну, ребят, ну это ты посмотри, что происходит. Я умываю руки, я не могу врубиться, что вообще нужно сделать здесь. Прикинь? Ну давай, допустим. Потратил я кристаллы. Нас по ледяным. Ну, допустим, мы подбили. Так, здесь мы уже. Что там лыбишься-то? Лыбится он мне. Оп, это-то. Готов. Давай, 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 давай. Так, ну что? Чак меня встретил. Это вот так вот я должен тут пыхтеть и убивать их? Но это сложно. Забрать бонус. Так, наслаждайся наградой. Награда — это, конечно, хорошо. Еще не хватает трех свинок, друзья мои, запинать. А что такое заправщик? Улучшает трансформеров, чтобы повысить свой уровень. А видишь, тут ходит этот ходунок какой-то. Оп, что-то нашел нам. Тут карта-то трындец, ты прикинь. Это все, наверное, мы должны будем с тобой обшмонать, что ли. Причем для каждого свои уровни. Так, прибыли. Ну что, готов? Так вот будешь знать. Почему доски-то не ломаются? Совсем другое дело. Но ю-ху! В дребодан. Ну куда ты тут летишь? Уйди, говорю. Замечательно. Лопнул. Как шарик. Ну, где еще? Уже прилетел за мной транспорт. Сейчас будем отчаливать. Ну сейчас мы Soundwave или как его там освободим, я даже. Давай, давай, давай. Все, я тут. Ну, сейчас я очень много бомбанул свиней. На самом-то деле. О, аж 32 штуки. Бонус. Так, давай дальше смотреть. По-моему, у нас должно сейчас что-то... Ага, разблокировать. Soundwave. Так. Ох ты. Ну это, ребята, свин. Воу. Фига, он там волной такой шпарит. Слушай, он хорош. Ага. На. Красиво, да, такие взрывчики. Так, а здесь? Ну, здесь ты сам знаешь, что мы должны сделать. Вот так вот.
И никак иначе. То есть мы хорошо бьем именно ледяные, так получается? Давай, 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 ледяные постройки эти ломаем. Ты куда ж ты бьешь-то? Воу. Понеслась. Душа в рай. Теперь нас трое. Ай, приколисты. Красавчики. Так, события пройдены. 20 свиней. Так, бонус заберем. Заберем. Так, ну что, Soundwave освобожден. Ага. А вот это кто такой, интересно? Я не понял. Такой по башке ему сковородкой. Так, тебе удалось спасти Soundwave. Теперь уровни можно проходить с товарищем. Да? Подключиться. И что у нас теперь получится? Так, что такое? А ну-ка. Ух ты. О, он мне помогает. Это реально круто. А, он на время, ребят. Ну, все равно приятно. А это что такое? Деньги, да? Деньги выбивали. Давай, давай, бомби. Отлично. Опа. А вот здесь вот, конечно, немножко хитро придумали, потому что ну, успей, называется, подбить. Окей. Так, все? Нет, не все. Но это мы с тобой проедем. Ха-ха-ха. Такие довольные. И упорхали. Так, 20 свиней. Деньги. Слушай, ну мы с тобой двойную награду берем только в деньгах. Поэтому поблагодарить сам. Конечно. Прикольно это сделал, но все. Так, вот у нас с тобой. Нифига у нас монет с тобой сколько. Так, улучшить. Улучшить. Ну давай. Сделаем улучшение. Так, здесь. А что такое настроить? Отбойный молоток. Ну у нас пока нет отбойного молотка. И уровня 9 у нас нету. Я понял, что нужно повысить. Угу. Так, и перезарядить трансформеров. Перезаряжаем. Слушай, вот сколько ребята здесь. О-о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 -
сейчас. А ты посмотри, тут их сколько. Трындец. Да. Так, ну что, Soundwave у нас сейчас прокачается. Готово. Получает, естественно, левелап. Так еще смотрит на меня. Искрится-то весь. Жик. Неплох, неплох. Так, и еще можем уровень. А, нет, нет, ребят, 4000 нужно. Да, нужно монет. Уровень 5. Улучшить. А что такое заправщик? Так, улучшить трансформер, чтобы повысить свой уровень. Ну вот же у меня 5 звезд. Я не знаю, что еще тут нужно сделать.
Так, а это что? Ох, ёй, столько достижений тут. Подожди. Ага. Так, ну что, друзья мои, давайте я с вами на этой ноте, как говорится, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!